Помните, пару дней назад мы говорили о грядущем анонсе нового батл-рояля от Ubisoft? Так вот, издательство решило пойти по релизной схеме Apex Legends и не просто анонсировало Hyperscape, а сразу же выкатило доступ в бета-тест для группы счастливчиков. Все же остальные сидят, ловят дропсы на стримах, чтобы тоже получить инвайт. Выглядит игра довольно любопытно и самобытно. Геймплей максимально вертикальный, пейс раз в полтора выше, чем у того же Apex, да и вообще происходящее на экране, по крайней мере на первый взгляд, намного зрелищнее, чем любая другая королевская битва. Что, кстати, неудивительно, Hyperscape рассчитан в первую очередь на стримеров, и в нем даже есть механика случайных энкаунтеров, за которые голосует чат игрока. Например, прямо во время катки может пропасть гравитация или у всех станет бесконечный боезапас. Подробнее о Hyperscape и других игровых новостях последних суток расскажу вам в ближайшие 5 минут. Начнем с одной еще более интересной новости. На медне в официальном твиттер-аккаунте Fallout появился странный тизер с логотипами студии Amazon Original, Kilter Films и Bethesda. Как оказалось, таким образом этот конгломерат мягко анонсировал запуск производства сериала по вселенной Fallout. Причем продюсерами шоу станут создатели мира Дикого Запада Джонатан Нолан и Лиза Джой, а помогать в продакшене будет сам Тодд Говард. Джонатан отметил, что с друзьями и членами семьи, возможно, даже с Кристофером, потратил несчетное количество часов в играх серии Fallout и горд тем, что ему доверили право перенести огромную, отличающуюся утонченным черным юмором вселенную на экраны. А Тодд Говард отметил, что, собственно, последние 10 лет и занимался поиском возможности для переноса Fallout на большие экраны, но лишь поговорив с Джонатаном и Лизой, создателями Westworld, он понял, что они смогут сделать это так, как надо. Ну что, смазываем поршни хайп-трейна и ждем подробностей. Итак, вернемся к Hyperscape. Игра разработана в студии Ubisoft Montreal. Действие ее происходит в 2054 году в виртуальном городе Нью-Аркадия, в который забрасываются 100 человек, а выживает сильнейший. У игры есть несколько действительно интересных особенностей. Во-первых, как я уже сказал, в игре много вертикального геймплея. Игроки могут бегать по крышам, забираться в разные здания, есть двойной прыжок, паркур, всевозможные трамплины и так далее. Во-вторых, помимо оружия игроки подбирают на поле боя еще и разные обилки, которые тут называются хаки. Назначение у них самое разнообразное. Установить мину, просветить врага через стену, мгновенно эту самую стену построить или стать невидимым. В общем, фанаты хиро-шутеров будут чувствовать себя как дома. Вместо традиционного круга карта уменьшается секторами, причем они всегда выбираются случайным образом. А в конце матча на карте спаунится корона, после чего начинается фаза решающего боя. Победить можно как удержав корону в течение 45 секунд, так и просто перебив все остальные сквозь. Старший продюсер игры отмечает, что Hyperscape — это целая вселенная, нацеленная на рост и развитие. Пока же она состоит из вот такого своеобразного рояля, тестирование которого продлится до 7 июля. Если будете выбивать себе инвайт на стримах, не забудьте привязать к Твичу аккаунт в Uplay. Игра пока что доступна только там. Еще один сюрприз произошел накануне, но уже скорее со знаком минус. Издатель NBA 2K21 удивил фанатов, объявив цену на версию симулятора баскета для нового поколения консолей. В то время как на PS4, Xbox One и PC игра будет стоить традиционные $60, обладатели Next Gen консолей будут вынуждены потратить на $10 больше, то есть 70. Для игрового сообщества это стало таким тревожным звоночком. Неужели с выходом Next Gen цены на игры вырастут? Да, $10 это не так уж и много, но учитывая, что в нашем регионе цены и так постоянно растут из-за падения рубля, ситуация совсем не радужная. Тем более, что аналитики подтверждают эти догадки, ведь последний раз, когда выход Next Gen обуславливал увеличение стоимости игр, было аж в 2005 году. Тогда цены на игры как раз повысились тоже на $10, с 50 до 60, что случилось вместе с выходом PS3 и Xbox 360. Однако с тех пор разница между стоимостью игр и затратами на их производство многократно увеличилась, но цены не менялись. Для сравнения, стоимость билетов в кино но за это время увеличилось на 39%, подписка на Netflix на 100%, а пакеты кабельных телеканалов вообще на 105%.
Ну и к разговору о Next Gen, разработчики хоррора Quantum Error заявили, что стараются по максимуму использовать все возможности PlayStation 5, в частности, особенности нового контроллера DualSense. Как известно, у геймпада будет система динамической вибрации, поэтому каждый выстрел будет отдаваться вибрацией с той стороны, где персонаж в игре держит оружие, так же как и пропущенный урон. Также, например, в Quantum Error будут двери с сюрпризом, при открытии которых героя может поразить мощный взрыв, поэтому прежде чем войти в комнату, персонаж будет касаться ручки двери. Если она будет нагрета, то контроллер начнет вибрировать, что подскажет об опасности. Кроме того, разработчики рассказали, что также задействовали новую технологию объемного звука Tempest 3D. Это разработка AMD, которая просчитывает звук в реальном времени и по мощности сопоставима с процессором PlayStation 4. Эта технология позволяет, например, рассчитывать звук падения отдельных капель дождя, а в хорроре это даст возможность игроку отчетливо слышать, с какой стороны приближается монстр. Не забывайте отправлять это видео друзьям, ставьте лайки и подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами был Михаил Кольбус, не болейте и хороших вам выходных.